Считайте, что вся эта красота поможет поднять престиж вашей автошколы. Безусловно, дизайнер интерьеров и костюмов нашей автошколы разрабатывал сам Эдуард Веселый. Привет! Она мне нравится, как попугай. Это была шутка. Мы обучим даже самых безнадежных курсантов, ведь у нас самые чудесные инструкторы. Новость о том, что ваш инструктор Иван Лагодин, лучший друг Анны Семенович, взорвала интернет. Как вы это прокомментируете? Ну, так уж взорвала. По-моему, вы преувеличиваете. А почему его нету среди ваших сотрудников? Хотелось бы подробнее расспросить об их отношениях с Анной. А мне их отношения совершенно не интересны. Я предлагаю сменить тему, уважаемые гости презентации. Прошу всех пройти в интерьеры. Юра, за мной. За мной? Что, я 9 дублей. Да я за всю жизнь столько не улыбался. Ничего, пускай. Пойдем, оторвемся, запушим. Прошу обратить особое внимание на методику росписи стен, в которой безошибочно угадываются мотивы мексиканского барокко. Это был Эдуард Веселый. Привет! Тише. Уважаемые гости, в честь ребрендинга нашей автошколы это небольшое угощение. Смелее, господа, все проверено и продезинфицировано. Ура! Спасибо. Макс, сюда! Светлана, я хотела бы все-таки задать несколько вопросов касательно Ивана Лагодина и его отношений с Анной Семенович. Так, если вы еще раз меня спросите про Лагодина, я попрошу вас удалиться. Простите, но я журналист, и это мое профессиональное право. А давайте не будем здесь рассуждать о правах и обязанностях. Пойдемте лучше покушаем. Ну, конечно, пойдемте покушаем. Макс, ты все снял? Света! Привет, дорогой. Ты, как всегда, опаздываешь. Да, слушай, скажи, журналисты здесь еще? Да, кушают. Отлично. Надо, чтобы мне взяли у Лагодина интервью. Он, кстати, где? А я его уволила. Иди-ка сюда. Скажи, ты что, с ума сошла? Ты телевизор не смотришь? Журналов не читаешь? Ты понимаешь, что его пропиарила сама Семенович? Да за таким инструктором сейчас толпы народа будет бегать. Я бы хотел, чтобы все эти люди оказались у нас в автошколе. Давай, звони и возвращай его на работу. Никого возвращать я не собираюсь. Я директор в этой автошколе, и я буду решать, кто здесь будет работать. А я здесь хозяин. И будешь делать так, как я тебе говорю. Поняла? Вот как ты заговорил. Прекрасно. Прекрасно. Знаешь, твой этот интерьерчик пора отбивать. Я сказал, звони ему и пусть возвращается на работу. За наше новое лицо! Ура! Барышня, у вас есть права? Да. Мадам, я вам скажу, пару занятий за городом. И летать будете вообще как птица. Обещаю. Погоди, я считаю, что каждая уважающая себя фирма должна иметь свое лицо, я считаю. Давай я. Лучше что? Я скажу. Бегите отсюда. Вы это знаете, я вам как врач говорю. Как слушаю. Я подумала, давайте забудем наши разногласия. Давайте считать, что у вас был отпуск. Прошу извинить мой резкий тон и возвращайтесь обратно. Извинения приняты. Но вот предложение вернуться, Светлана Николаевна, я принять не могу. Поверьте, всех благ.
отказался твой Локотин. Отказался? Это все твои эти костюмчики, каминчики, вывески. Скажи, а кто этих бестолковых будет обучать? Твой этот дизайнер, Эдуард Веселый? Привет! На вот, посмотри. Очень рада. Кого ты уволила, директор? Поработать вместе с таким потрясающим инструктором Иваном Лагодиным. Ваня, привет. Запомни, не вернешь Лагодина, я уволю тебя. Это ваш парень. Быстро. Такая наша работа. Здрасте. Так вот, кто хозяин всего этого великолепия. Да, да, я. А вы знаете, у меня к вам есть парочка вопросов. Да. Я хотела бы еще добавить, я в вашем прекрасном городе познакомилась еще с одной очень очаровательной девушкой Машей. А я хочу передать ей привет, пожелать ей удачи. Машенька. Так вот, Лагодин. А, Лагодин? Угу. А вы знаете, у него сегодня выходной. Но завтра он обязательно будет. А пока я отвечу на все другие интересующие вас вопросы. С удовольствием услышу. Михайлова! 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 Светлана Николаевна, что случилось? Михайлова, верните его, пожалуйста. Кого? Роман Геннадьевича? Не Роман Геннадьевич, а Лагодина. Вашего Лагодина. Хорошо, я постараюсь. Я думаю, он будет безумно рад. Слушайте, Светлана Николаевна, вы такая молодец, что решили его вернуть в ваши ряды инструкторов. Потому что у Ивана, у него уникальная методика. Он учитывает психосоматическое состояние каждого из курсантов, да. И поэтому во время занятия подходит как бы... Я ничего не понимаю. Да где поломка? Петр, чего вы так кричите? О вашей поломке уже вся автошкола слышала. Аккумулятор проверяли? Да. Свечи? Естественно. Светлана Николаевна, хотите обаянием этого немца взять? Знаниями заводите. Это не косметичка. Вы здесь ничего знакомого не увидите. А вдруг? Как у вас это получилось? Я же ведьму наколдовала. А мне заклинание не подскажете? А то вдруг опять заглохнет. Стартер поменяйте. Поменяю. И мнение о вас тоже поменяю. А костюмчик вам к лицу. Да? Зря вы о нем так. Иван. Здравствуйте, Маша. Вы это... Извините меня, что я так без приглашения. Да ничего страшного. Чай, кофе? Проходите на кухню. Да нет, я не хочу на кухню. На самом деле я так ворвалась, потому что я вам звонила, а вы не брали трубку целый день. Да? Угу. Это, наверное, телефон на вибро. Да. Наверное, на вибро. Но у меня хорошая новость для вас. Угу. Нашли себе нового инструктора? Да, и это вы. Потому что я знаю, что вас хотят вернуть назад в автошколу. Назад в автошколу? Это я в курсе. Светлана Николаевна, наверное, думает, что я дворняжка какая-то. Сосиски меня поманила, и я и прибежал. Ага. Иван, ну что вы начинаете? Никто не манит вас сосиской. Ого! А у вас рояль? Ну да. Дедушка, наверное, на нем бренчит. Как здорово. Так вот, завтра у меня вождение после обеда. Приходите, пожалуйста, Иван. Спасете Валеру. И отключите свой телефон с виброрежима. Ой. Я вам тут натоптала немного. Простите. Да это не страшно, я уберу. Ага. До свидания. До свидания. Вот он. Идет.
Ну что, двоечники? Да ладно! А мы тут так переживали очень сильно. Не бойся, радуйся, когда меня уволят. Кто вас сгонял-то? Нет, правда скучали. А у нас новый парк машин, гляньте. Посмотрите, какие машины. У нас педальки тут все. Да, эти новые с вами быстро состарятся. Забыли, небось, все. Чего не забыли, как могли забыть? Он Глушков не мог ничего забыть, он ничего не знал. Знаешь, ты вообще педали путаешь. Все, 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 не ссоримся. Давай лучше машину выбирать. Давайте белую. Нет, Маша, давай серенькую. Жалко, не трогай. А мне по размеру вообще что-нибудь, я там не вмещу. Алло, гараж! Здесь я решаю, что и кому достанется. Иван Сергеевич, мы не очень рассчитывали на ваше возвращение, поэтому новенькой машинки для вас нет. Подождите, ну, подождите, а как? Мы на чем будем вообще ездить? Тише! Иван Сергеевич, старый друг, лучше новых двух. Ничего, ничего! Мы на ней научимся. За мной, ребята. Да. 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 А у группы особо одаренных занятий по теории. Достал уж. Я все слышу. Иван, спасибо вам большое, что вы согласились вернуться. Мы ведь правда без вас очень скучали. Я тоже без вас ужасно скучал. Михайлова! А вам что, особое приглашение нужно? Нет, я уже иду. Прекрасный автомобиль, Светлана Николаевна. Прекрасный. Я вас даже на нем уделаю. Мечтайте. Эй! Дядька, я вернулся! Привет. С возвращением. Ничего себе, вот так теплая встреча. А что это у тебя такое? Маскарад, что ли, какой? Осторожно, это оригинальный дизайнерский ребрендинг. Чего? Ребрендинг? Ты сегодня что-то грустный. Леденец сосал невкусный. Ой. Влюбился? Влюбился. Ну? И кто эта несчастная? Светлана Николаевна. Господи, кто? Петя! Петя, ты что? Ты влюбился в нашу ведьму? Да не ведьма она. Хотя, может, наколдовала. Боже мой. Петя, так это же круто. Ты ее дин-дин-дин, дры-ды-ды-дын. И наша ведьма превратится в прекрасную фею. Ваня, где она и где я? В каком смысле? Да в коромысле. Она такая женщина. Супер-женщина. А я? А ты супер-механик? Да, есть и получше. Ай, дурачок, ничего не понимаешь. В этом деле главное — напор. Вот. Что она любит? Ну, машины. Да. Гонки. Да! Ну только прокачай ее тачку! Вручи ей нашу супер-кнопку. М? Давай, давай! Будь все время неподалеку. Вертись рядом с ней. Может, она сама ждет, что ты к ней подкатишь. А ты здесь, вон, ребрендинг утюгом елозишь и сопли жуешь. Тоже советчик. А у тебя с Машей что, получилось? Подкатил? Может, у вас было что-то? Ну, брат, вот ты не путай. Я питаю к Маше искренние, добрые, светлые, романтические чувства. Любовь называется. А у тебя заурядное помутнение на почве банального гормонального всплеска. Сам ты весенний, гормональный, банальный. Разберусь. Петя! Отстань! Петя, брат! Сия, давай помогу. Я уже привыкла обходиться без твоей помощи. Помощник. Слушай, ну ты чего? Ты за этой презентацией злишься, что ли? Не за презентацию, а то, что было после нее. Как ты разговаривала со мной, требовала вернуть Лагодина обратно. Свет, ну прости. Но после урока Лагодина с Семеной, ты сам понимаешь, он стал мега популярным. Ну не могли же этим не воспользоваться мы. Ты о нем говоришь больше, чем обо мне. Зато 8 марта мы пройдем вместе. Я обещаю. Нет твоих обещаний. Одни неприятные реакции в организме происходят. Дед. Слушай, может тебя напугать?
чтобы прошло. Меня не пугать, меня радовать надо. Ой, прости. Алло. Алло, Ромочка? Да. А ты где? Я в автошколу заехал. Замечательно. Я тут как раз документы на столе случайно нашла. Не слишком ли ты много автомобилей взял? Давай дома поговорим. А давай я подъеду и поговорим. Зачем сюда приезжать? Не, я через 5 минут уже уеду. Хорошо. Я буду ждать. Свет. Оставь меня в покое. Свет, ну, обещаю, 8 марта мы вместе. Пошел вон. Целую тебя. А ты что здесь делаешь? Я? Подслушиваешь? Нет, я просто там стою. Света? Свет. Вот помощник. Помоги Светлане Николаевне стенд оформить. Светлана Николаевна, вас напугать нужно, чтоб прошло. Я могу? Ой. Стопьте! Светлана Николаевна! Меня покоя! Да вы что, я просто... Я ж как лучше хотел. Дедушка, ты что, себя плохо чувствуешь? У тебя температура, что ли? Нет, Ваня. Я здоров. Так знаешь, жениться, я думаю, на Ниночке. А, ну так это же здорово. Знаю точно, предложение нам ее ждет, может, даже на 8 марта. Только вот не пойму, любит она меня или так, глупости одни, а? Дед, ты еще сомневаешься? Да они тебя все любят. Женись, хочешь на Ниночке, хочешь на Танечке. Ты в паспорт-то вообще давно заглядывал? Как же без сомнений, мой юный друг в нашем возрасте. О. И ты точно на всю оставшуюся жизнь. Дед, ты только не перемудри, ладно? Ну, давай как-то без этих своих театральных постановок. Проще. Ну, ладно, ты молод еще, не поймешь. Иди. Иду. На всю оставшуюся жизнь. Вот. Будете хорошо работать, и вас сюда повесят. Интересно было бы подробнее узнать, как он ее инструктировал. Подумаешь, я бы ей тоже мог пару уроков преподать по индивидуальной программе. А то. Покатай меня, Михалыч. Эй, Михалыч, ты чё? Залип, что ли? Работать пойдем. У него программа зависла. Сейчас перезагрузится и отвиснет. Пойдем. Прилетайте, девушки, на моря. На моря, на моря. Это вы мне, да? Михалыч, я так скучала. Да-да. Позвольте. Проходите. Не занят? Не-не-не, свободно. Я к вам по личному вопросу, Раиса Васильевна. О, по личному вопросу я всегда свободна. Понимаете, время бежит. Моложе мы не становимся. А жить одному как-то надоело. А вы считаете, я могу вам помочь? Естественно. Я не буду ходить кругами. Мне давно уже нужна жена. Ой, это так неожиданно. Я даже не знаю, что сказать. А не надо ничего говорить, Раиса Васильевна. Пожалуйста, будьте моей
спасительницы. Посмотрите там по анкетам, кто из курсанток не замужем, а? Это что такое? Это не взятка. Нет, это благодарность за оказанную услугу. Надеюсь, вы мне не откажете? Трудно отказать мужчине в форме. Придется стать вашей сводной мамой. Спасибо. Спасибо. Дорогой вы мой человек. Спасибо. Я чуть попозже зайду. Внимание! Отличники теории и практики вождения. С кого начнем проверку знаний и умений? А вот Есман очень хочет. Ну, хочет. Он же больше всех знает у нас, да? Давайте с меня начнем. Не возражаю. Отлично. Отлично. Газку. Газку. Ага. Газу, газу. Газу. Выжимаем. Выжимаем тормоз. Выжил. Что дальше? Так. Дальше что? Сцепление. 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 Ручник. Ручник, правильно. Отпускаем, да? Теперь отпускаем. Да. Да. Нет, не руль есть, мы что же вы делаете? Руль не надо, да? Руль не надо. Хорошо, что дальше? Потихонечку стояночный тормоз. Стояночный. Одновременно с этим так. Газу. Так, газу, да? На первой передаче. Так, ага. Давайте. Так, газу. Газу. А, аккуратно. Так, 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 так. Есть он. Еще. Что вы делаете? Иван Сергеевич, я же сказал не отпускай, я отпустил. Я же не знал, я не специально обумнил. А что теперь делать? Ничего не делать. Может вызвать, приподнять, может. Девочки, давайте приподнимем. Так, со стакадой было весело. Все, все есть. Да, 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 да. Кто еще сегодня меня чем-нибудь порадует? Ну, я могу порадовать с парковочкой. Попробуйте. Учись, Есман. Ой, мамочки, злобная передача. Давай, давай, давай! Выкручивай руль, руль выкручивай! А? Ну зеркала тебе для чего нужны? Губы, что ли, красишь? Раз, два, три зеркала. Все. Площадка на сегодня закончена. Значит, Глушков, за руль. А чего я? Семина, Лосева, на заднее сиденье, едем в город. А как же я? А с вами, Михайлов, разговор будет отдельный. На знаки, смотри, Глушков. Да-да-да, я смотрю, смотрю. А что толк, что ты смотришь? Давай, разворачивайся обратно. Я понял. Ты что делаешь-то? Так вы же сказали, развернись. Куда? Через разделительную, что ли, а? Ага. Нафига я к вам вернулся, а? Будешь? Иван Сергеевич, фу, что-то не так? Это из кого? Троит. Нормальные беляши. Троит это? Закрой быстрее. Когда втроем? Я хотел сказать, это когда неисправность в машине. Мы разобьемся! Да почему мы разобьемся, Семина? Молодец, Лосева. Ну, хоть ты меня радуешь. Давай до перекрестка и направо. Угу. Лосева, ты зачем налево повернула? Кто налево повернул? Я направо повернула, как вы и сказали. Это лево. Это право. Это лево. У кого? У тебя. У меня-то может быть и понятно. Но у машины-то все по-другому. Если лицом к машине стоять, у нее лево с другой стороны. Ну, в своем уме, Иван Сергеевич, вообще. Не уверен. Ну, а что, логично, по-моему? Угу. Странный какой-то. Нафига я к вам вернулся? Маш, меня уже мутит. Давайте съезжать с круга. Невозможно, пятый заход делаем. Сейчас меня не надо, мамочка. Маша, спокойно. Включаем правый поворотник, перестраиваемся в крайнюю правую полосу. Да сейчас я перестроюсь. Маша, начинаем спокойно. Да, сейчас я... Нет. Ай, машина! Нет, Маша, не бросайте руль!
Не, ну серьезно, Иван Сергеевич, ну мы исправимся. Ой, справишься, ты не исправлял уже. Ну, правда, Иван Сергеевич, мы вас сильно расстроили своим вождением. Семья. При чем здесь расстроили? Вот как вы все понять не можете? Ну, прости, ну правда. Я знаю, почему у нас все не получается. Потому что там директриса новую машину не дала. Точно. Да, точно. Да, почему мы едем на этом корыте, если все ездят на нормальных машинах? А чем вам не нравится эта машина? Она троит. А вот спросите у хозяина автошколы, Роман Геннадьевича. Кстати, Роман Григорьевич, почему? Да. Роман Геннадьевич, почему у инструктора Лагодина нет новой машины? Да. Ни у кого не будет новой машины. Почему? Потому что у нас забирают автомобили. Так как мы не доказали, что наша автошкола является лучшей в городе. Вот потому. И все из-за вас. Почему? Вот вы как вождение обучаетесь, а? Лучшего инструктора вон увольняют. Хочу пригласить телевидение, чтобы сняли передачу о нашей автошколе. Да ну у вас. Роман Зинович, что ли? Иван Сергеевич, так что, вам нужна передача на телевидении? Так я без проблем, я на телевидении договорюсь. Я не знаю. Вот это вот из-за вас вот это все, вот из-за криворуких и коса этих, вот, я и прав так не получу. Пассажиры эти, пешеходы. Кто у нас здесь пешеход? Тихо, да я пошутил! Все, я не могу с ними. Дай мне что-нибудь там, что у тебя есть, дай мне что-нибудь. Глушков два раза под кирпич проехал, Лосева заглохла. Я, говорит, буду толкать, вышла из машины, толкнула так, что толкнула в другую машину. Семина! После четвертой врубает заднюю! Если он меня вообще не слышит! Рыков, успокойся! Рыков, не могу! Вы дай мне что-нибудь, пожалуйста! Рыков собрался снимать про репортаж! Боись! Как первый раз за рулем все, понимаешь? Спокойнее. Послушай, ну ты же понимаешь, что факты должны быть собраны, проанализированы, систематизированы. А сейчас снимаем стресс, настраиваемся на мой голос. А Рыков? Успокаиваемся. Хочешь телесюжет снимать, правда, школы мои дома? Выдыхаем. Первый раз за рулем. Закрываем глазки. Особенно и погружаемся в зефирные облака. Дедушка, а это что за дети? Это детки твои, Ваня. Мои? Итак, не будем отвлекаться. В чем суть проблемы? Я же вам объясняю, а вы ни в какую. Угу. То есть проблема в твоих учениках? И в курсантах тоже. Понимаю. Die reichste Freude ist die Schadenfreude, wenn wir beneiden. А? Все будет хорошо. Спи. Все будет хорошо. Маш, я не хочу спать. Я тебя люблю. Лагодин. Маш, Лагодин, ну, я тебя не люблю. Поцелуй меня. Хватит, Лагодин, ну, Лагодин, перестань. Ваня, прекрати. Ваня, я не Маша. Ваня, я тебя люблю, прекрати. Маша. Все. Винь, да. Ты что делаешь-то? А это не то, что ты думаешь. Это гипноз. И для тебя, Ваня, с гипнозом. Все кончено. А к твоим курсантам мы перейдем поэтапно. Начнем с Михайловой. Угу. Раиса Васильевна, вы уверены, что у Татьяны нет мужа? Ну, по крайней мере, в ее анкете в графе «Семейное положение» пусто. Ну, или муж для нее пустое место. Где бы ваше чувство юмора? Да ладно. Боязно как-то. Я что, зря о персональных занятиях договаривалась? Идите и будьте счастливы. Итак, Татьяна, какой ответ вы выбираете? Я думаю, это вариант А. Правильно. Вариант Б. Боже мой, ну как вы все это выучили? Не первый год в автоинспекции работаю. Между прочим,
Там хорошо получают. Рано уходят на пенсию. Квартира хорошая. Без вредных привычек. Подождите, это вы сейчас о чем вообще? О нас с вами. Вы одинокий человек. И я одинокий человек. Мы могли бы создать хорошую семью. Я вас буду носить на руках. Как вы на это смотрите? Слушайте, вы смущаете. Я... Что вы? Вы кто? Что вы тут делаете? Вы из какой группы? Я ее парень. А я вот... Вот. Я пойду? Я провожу. Вернусь. Имя, любимое мое, мое именно. Имя, ой, любимое мое. Костенька, если ты помнишь свою Люсю и надежду, верность, большую любовь, приходи 8 марта в 12:00 в кафе «Морячок». Я буду ждать тебя. Люблю. Жду. Люся Н. Ниночка, солнышко, я пришел. Молочко и творожок купил. Да, дорогой. Что с тобой? Ничего. Раздевайся, мой руки, обедать будем. Не утруждай себя, любимая, я тебе помогу. Помощник. Бабуль, а что так дорого? Вчера в 3 раза дешевле были. Эти рубли завтра еще дороже будут. О, спасибо тебе. С праздником, с наступающим! Спасибо! Пойди! Иди! Завтра 8 марта! Ну! Покупаем цветы оптом! Здесь их вяжем в букеты и продаем с самого утра! Навар 1000%, если с головой подойти! А это сколько? Много, Валера! Аня, это я, Михалыч. Можно? Привет. А я вот тут это... С 8 марта поздравить пришел. С наступающим. Вот. Михалыч, я так скучала. Михалыч, а ведь это парциальное влечение. Чего? Крайне опасное для твоего возраста состояние. А что делать, а? Что делать? Вот это подаришь жене. Придешь, пообщаетесь. А вот это пусть лучше у меня полежит. Дабы чего не вышло. Все, домой. Домой. А? Общаться с женой. А? Вспомните медовый месяц. Когда вы поженились? Вот. Об этом и подумай. Ничего себе. А? Вот, Раиса Васильевна. Полюбуйтесь, к чему привела ваша встреча. Она что, вас в ухо поцеловала? Говорите громче, я в него не слышу. Я говорю, она вас в ухо поцеловала. Вы что, еще издеваетесь? У нее же парень есть.
Знаете, в анкете графы есть парень, нет? Как и совести у вас! Что? И вообще, Юрий Леонидович, я работаю, вы мне мешаете. Я к вам всей душой, можно сказать, всем сердцем. А вы бессердечная вы женщина, Раиса Васильевна. Дверь не зацепи своим гигантским ухом. А? Хам! Ух! Иван, я вот всю дорогу хочу спросить, а Вениамин Борисович с нами зачем? На всякий случай. Да? Ну ладно. Тогда я надеюсь, у него нет притворной астмы, как у одного дедушки. Нет, Вениамин Борисович совершенно здоров. Это меня уволили, и нужно проверить психологическое состояние. Мое? Нет, психологическое состояние инструктора. Мое. Вхождение в стрессовую ситуацию. Адаптация к изменившимся обстоятельствам. Да, у меня стресс. А вы, Маш, не отвлекайтесь. У вас впереди участок с круговым движением. Что? Господи, опять это круговое движение. Да. Иван, пожалуйста, ну давайте только без кругового движения. Ну не поедем туда. Не поеду круговое, пожалуйста. Ну что опять круговое? Не хочу я это круговое движение. Хватит уже, надоело. Маша. Мне придумали тоже какое-то круговое движение. Я говорю. Так, ты сиди, я сам. Здесь случай действительно сложный. Надо подумать. Мария, Машенька, меня. Маша, подождите. Оставьте меня ну что же вы в самом своим деле? Круговым вот так движением. Вот сразу убегать. Моя кандидатская, которую, кстати, с нетерпением ждут все мои коллеги, основана на системе изучения эннеаграмм профессора Плюнга Фарватер Штраус. Какого Плюнга? И для того, чтобы составить подробные карты психотипов твоих курсантов, я провел определенное изыскание. Это же досье. Ну, я называю это материал для кандидатской. А вот пример. Курсант Михайлова Мария Константиновна. Да. Маша. Можно я буду ее так называть? Можно. Кстати, у вас психотипы идеально релевантны. Чего-чего? Я говорю, подходите друг другу. Если бы жили вместе, то было бы это душа в душу. Нарожали бы детей, упивались бы друг другом и умерли бы в один день. Если бы она замуж за другого не выходила. Давай по делу. Так, по делу. В общем-то, Маша уже давным-давно освоила вождение. И моя гипотеза сегодня подтвердилась. Только вот проявить это ей кое-кто мешает. Кто? Кто и кто ей мешает? Да она сама себе и мешает. И твоя миссия – освободить ее от внутренних колебаний. Ну как? Как освободить? А вот здесь все зависит от тебя. Читай, изучай. Какая толстая книга. Все, что нужно тебе, я уже пометил маркером. Да? Спасибо, Веня. А можно я это тоже возьму? Пожалуйста. Спасибо. Давай. Спасибо. Я специально сделал копию. Пошустрее давай! Да, не стучи! А куда идти? Вперед, глубже! Давай, 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 Михалыч. Ну вот! Прям Амстердам. Давай, выкладывай. Категорически нет.
полная ерунда. Веня, нужная подчеркнутым маркером. Веня. О. Использование шоковой вербальной техники общения при работе с панически настроенными пациентами. Игра на самолюбие. Ага. Ну что, Михалыч, ты уже придумал, куда навар тратить будешь? Леночке подарок куплю. И кульки-блондинки. И Даша. Даша. А я тоже Жанке цветы куплю. У меня купи. Мужики, у нас это, вязалки заканчиваются. Дверь нараспашку. За всем следить, все контролировать. Свет горит. Кто тут? Выходи! Я сейчас милицию вызову. Я выключаю свет. Вот. А случись недостача, так Светлана с меня вычтет. Мужики, кажись, хана. Что? Родиона у нас закрыла. Помогите! Откройте! Так, тихо, тихо, услышат, тихо. Надо Ваньке звонить, пускай он приедет и нас выпустит. Ага. Набирай. У меня денег на телефоне нет. У меня разрядился. Что вы без меня делали-то, а? Я свой, кажется, это... В машине забыл. Приехали. Мужики, Эврика! Давай свой телефон. Мы сейчас с симками поменяемся. Ты не сломай только. Да ладно. О, как я придумал, а? Давай, давай. Молодец, Валера. Пригодился, Валерик? Браво. Просидели бы всю ночь в сарае. Как говорится, у мужественного человека без выходных положений не бывает. О, так. Звони. Пин-код. У жены в блокноте записан. Так звони жене! С твоего? Три дебила — это сила. Спокойной ночи. Для того, чтобы вызвать ответную реакцию пациента, нужно использовать подчеркнуто агрессивный стиль общения. Алло. Маша, привет. Я думаю, нам необходимо дополнительное занятие. Прямо завтра. Ну а как же, завтра же выходной, 8 марта. Да я помню, что праздник. Ну просто машин будет меньше, и тебе так как-то поувереннее, чтобы. Угу. Ну в принципе, да, я могу. С утра? Нет, часиков 12. Хорошо. Тогда договорились. Все. Все. Я свадебный фотограф. Короче, у меня тоже, кажется, скоро будет свадьба. С одной из твоих ближайших подруг. Фигня какая-то. Макс, такой эксклюзив. Смотри, как бы кто не увел. Или нет. Не фигня. Классный, улетный чувак. Красавчик. Ну и сынули дипломата. Это не свекровь, а просто какая-то фея крестная. Твой Макс замечательный, просто замечательный. Я тебе, между прочим, даже очень завидую. Может, так тронуться можно. Опаньки. Это что-то новенькое. Предатель.
водитель. Что случилось? Ничего. Голова болит. Ты ела сегодня? Может, ты голодная? Нет, я по горлу сыта. Твоя необоснованная ревность уже переходит все границы. В конце концов, ты не доверяешь не только мне, но и своим лучшим подругам. Извини. Те. Кто-то хочет нами воспользоваться и расстроить свадьбу. Что теперь делать? Мы, наверное, отчаливаем, а ты давай крути здесь сама. Тоже мне, подружки. Значит, слушай сюда, трусливая труслиха. Трусиха. Включаешь левый поворотник, заходишь на круг. Че ты правый поворотник врубил? Я сказал левый поворотник. Ты че плохо слышишь, а? А? Ты это мне сказала? Ты это мне сказала? Ты это мне сказала? Ваня! А? Ау, Вань! А? Открой! Кто здесь? Это мы здесь! Свои! А как я вас открою? У меня же ключа нет! А? Да там штучка такая внизу! А! Вы что тут делаете? Мужики! Да мы из-за Родионовой всю ночь просидели! Да ладно, некогда! Некогда разговаривать, потом расскажем! Хватай, хватай! Еще хоть что-то продать успеем! Давай! Спасибо, Вань! Спасибо! Михайлова, цветы купи! Здрасте! Привет, Михайлова! С праздником! Спасибо! Доброе утречко, Иван. Столько цветов, так здорово. Ребята пошли девчонок поздравлять. Вот. Меня, правда, еще никто не поздравил сегодня. На. Что это мне? Тебе. Иван. Я на самом деле не очень люблю тюльпаны. Спасибо, не надо. Да пожалуйста. У тебя вообще жених есть. Пускай он тебе гладиолусы дарит. Значит так, садись за руль, погнали. Хорошо, я только хотела предложить, может быть, мы начнем с площадки, а потом уже поедем в город. Короче, детка, предлагать здесь буду я. Так надо. А что это вы со мной на «ты» сегодня? Много вопросов задаешь. Время, деньги. Вперед. Вот! Лучший букетик для вашей дамы. Спасибо. Ребят, большое. Это же моя точка! Идите отсюда по дому по второму. С праздником, бабуля! Бабуль, а ты что, боишься честной конкуренции, а? Да я сейчас крыше позвоню! Цветочки, тюльпаны! Тюльпаны! Где она? Милочка. Где она? Девочка, я хотел... Где твоя Люсенька? Милочка, я тебе сейчас ну, все... Ну где твоя? Это большая любовь. Я тебе сейчас все объясню. Не надо мне ничего объяснять. Бабник престарелый. Стоп! Нет никакой Люсеньки. И никогда не был. Это письмо я сам написал. Как сам? Зачем? Ну, хотел тебя проверить. Ну, если бы я тебе был безразличен, ты бы сюда не пришла, правда? Значит, ты все это придумал? Ну, прости меня. Прости меня, дурака. Ниночка, любимая. Боже, я сейчас умру. Ты выйдешь за меня замуж. Ты еще сомневался? А у тебя паспорт с собой? У меня всегда с собой. Спасибо.
Думаю, все-таки нет. Девушка, хочу порекомендовать вам замечательный комплект. Ваш мужчина оценит обязательно. А, простите, вы сами это перешивали из наволочки? Почему из наволочки? Потому что это похоже на старую бабушкину наволочку. Не знаю. У нас давно разобрали эту модель. Это последний экземпляр остался. Девушка, не обманывайте меня. Я думаю, это был первый и последний экземпляр на этой планете. Вообще, перестаньте пугать таким бельем людей. И знаете что, если у вас личная жизнь не складывается, не мешайте личной жизни других. Отдайте мой шарфик. О, а можно вот этот красненькой коробочке? Да, конечно. Так. Вот, пожалуйста. А, красиво. Давайте. Отлично. Я не понимаю, ну зачем тебе правда машина-то нужна? Ты же трусиха! Самая натуральная трусиха! Это с чего я трусиха-то, а? Да что ты знаешь вообще обо мне, а? Ты сам кто такой? Я кто такой? Ай! Впереди участок с круговым движением. Левый поворотник врубай. Вижу, не слепая. Да только что ты видишь. Ты, наверное, и на самолете летать боишься. И на лыжах с горки ни разу не спускалась. Даже на санках, наверное, боишься кататься. Ой, страшно, страшно, страшно! Ты молчи! Сама замолчи, вы из круга. Рот закрой. Ты что ржешь надо мной? Хватит смеяться, ты ржешь надо мной! Вениамин Борисович, гений! Ты перестань, ты при чем он здесь вообще? Маша, мы же только что проехали круг, представляешь? Серьезно, только что? Мы проехали этот круг? Мы наконец-то проехали круг! А это что сейчас было? Тоже часть вашей методики? Вроде того. Щетину поцарапал, да? Короче. Вы извините за «ты». Ну, круг-то мы проехали. Умница. Серьезно? Фух. Секунду. Да, дед. Бабуля, это к нам? Покупаем цветочки для своих любимых Валя! Женщин. Любимую женщину порадуйте цветочками. Что, моя хорошая? Что, моя хорошая? Валенка, вот эти. Походу, крыша. Не волнуйся, разберемся. Вот эти требуют какой-то честной конкуренции. Бабуль, да мы пошутили. В чем дело, ребята? А мы наших курсанток здесь встречаем. Девушек? Ну, молодцы, встречайте в другом месте. Давай, 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 веселее. Давай, 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 давай. Руки! Шепчи, шепчи, шепчи. Ребят, давай, давай, давай. Давай. Бегом, бегом, бегом. Я что хочу сказать? Молодой человек, а? Ну что вы все трогаете? Скоро дыру протрете. Берите, это очень модная модель. Да? А вы уверены, что это модно? Еще бы, последний остался. Да? Берите, не пожалеете. Беру. Эй, иди отсюда. Встречаю! Иди! Ну опаздывает немного, ну! Тюльпаны! Ничего, точку сменили, сейчас бизнес пойдет. Ага, повалит бизнес. Пацаны, шухи, бандиты? Да хуже директриса! Что здесь происходит?
Что здесь происходит, я спрашиваю? Угу. Снова что-то мутите. На этот раз цветочками решили торговать. Прекрасно. Сегодня же напишу приказ о вашем увольнении. Всех троих ко всем чертям. Нет больше сил моих. Так мы, это, Светлана Николаевна, это же вас с цветочками встречаем. Да, с праздничком вас. И это все вам. С 8 марта. Мне? Ой, ну, спасибо, конечно. Тронуто, приятно. Вы эти цветы ко мне в кабинет занесите. И Родионову букетик оставьте. Она тоже женщина, хоть и бухгалтер. Ничего себе! Они что, уже до ЗАГСа добрались? Мы не препараты, мы освобождение. Ну, Ваня, подожди. Машенька, я вас очень прошу. Ну, нету времени у нас, ну, ребят. Так тоже нельзя. Пожалуйста. Ну, давай. Черт! Чего стал? Поезжай давай. Что такое? Вот, что такое? Я вижу, борзеет, борзеет. Жан! Молодой человек! Вы что, тут перепарковаться решили? Ребят, я все объясню. У меня тут невеста. Она с другим, с инструктором своим. Давай, 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 развивай свою мысль. В этой торжественной обстановке, в этот чудесный весенний день объявляю вас мужем и женой. Жених может поцеловать невесту. Ну ладно, Маш, а мы давайте вернемся к нашему барану. Ну, в смысле, к нашему вождению. Черт, как на могиле. Я тебя люблю, дорогая. Спасибо, дорогой. Ой. Извини, дорогая. Алло? Рыков, ты, как всегда, в своем репертуаре. Я тебя обожаю. Из всех возможных комплектов белья ты выбрал самый невозможный. Ну ладно, Рыков, ты с бельем немного не угадал. А где вторая половина подарка? М? Надеюсь, то колье, которое ты так долго подбирал мне, ты привезешь позже? Да какие подарки, какое белье? Я тебе вообще еще ничего не дарил. Алло, Александр Николаевич, я вас не слышу. Нет, не слышу. Перезвоните. Любовница звонила. Я поняла. Ну, что ты? Светлана Николаевна, в этот радостный солнечный день хочу поздравить вас с праздником весны. Это вам. Много подарков, наверное. Знаете что, Петр? Вот еще одно слово о подарках. Я скажу вам все, что я думаю о подарках. Об этом чудесном весеннем празднике и о мужчинах вообще. Кстати, я же не поздравила вас 23 февраля. Ну что вы, это вовсе не обязательно. Подождите. Вот это вам и вашему кучерявому другу на красненькой машинке. В каком смысле? Не знаю. Сами разберетесь. Цветочки я возьму. До свидания. Дед, я все равно против. Это какой-то непонятный экстрим.
Почему свадебное путешествие в Центральной Африке? Не ходите, дети, в Африку гулять. Вот же, вот он. С моей невестой. Я о нем рассказывал. Вот он, вот. Его надо проучить. Ты деньги принес. Деньги будут. Подожди, я где-то его видел. Подожди. А, ты посмотри, это ж новый друг Семенович. Да какой-то друг. Это инструктор. Я же вам рассказывал. Не, мы под этого не подписывались. Но мы же договаривались. Ты с бабушкой своей будешь договариваться. Достал ты меня. Давай разберись. Я сказал нет. Все-таки отлично, что едем в аэропорт, так сможем моих родителей завести еще. Стас просто не успевает, у него опять какие-то инвесторы, встречи. Вот. Вань. Да? Только можно я за рулем? Нет, Маш, это исключено. Ну, я за дедушку волнуюсь, я поведу. Ну, пожалуйста, ну я же хорошо уже езжу, ты сам говорил. Невозможно работать. Да выброси ты его из машины. Ну, я хорошо все сделаю, отлично довезу. Ну, пожалуйста, я же уже ездил. Садись. Все, хватит, поехали отсюда, я устал. Стас? Стас! Стас, что с тобой? Что здесь делаешь? У тебя же встреча с инвесторами. Это инвесторы меня раньше отпустили. Понятно. А где твоя машина? В ремонте. А ты что тут делаешь? А, ну, мы в аэропорт едем, дедушку везем. Я с тобой. Ну, только если в багажнике. Поехали. Но все-таки здорово, что едем все вместе компанией в аэропорт, правда? Очень складно получается. На обратном пути захватим моих родителей. Да, Вань? Ну, здорово все-таки все сложилось. Да, и бабушку с дедушкой отвезли, и родители вот забрали из аэропорта. Да, Вань? Благодарю вас, Стасик. Милый, тебе помочь? Нет, нет, я сам. Вот не понимаю, почему нельзя было взять такси? Ну, потому что нас довезла моя дочь, и я рад этому. Спасибо, Иван Сергеевич, что подвезли. Спасибо. Минуточку. Минуточку. Я не возьму. Я... Привет от Фиделя. А. На холодильничек прикрепляйте. Спасибо. Всегда будете помнить, что мы где-то отдыхали. Пошли, солнышко. Пойдем. Всего доброго. Всего хорошего. Вань, ну до встречи тогда. Конечно. Жду тебя на занятиях. Увидимся. Милая! Пойдем. Но пасаран. Адамовна, держи себя в руках. Стасик, слушай, а ты чего в очках-то? Ты же вроде не на курорте, а? О, боже. Стас. Стасик. Стас. О, боже, мальчик мой. Я шел по парку. Да. Было поздно, но я шел. Их было трое. Двоих я сразу уложил на лопатки. Остальные окружили меня, набросились, ну и... Стас, подожди-ка. Мне кажется, у тебя был один фингал. И вдруг появился второй. Откуда? Ух ты! А я ночью во сне расчесал. А, да что ты! Ну, такое бывает. Да, конечно. Петь! Что делаешь? Ничего не делаю. Лежу. А чё у тебя глаза красные? Плакал, что ли? Не плакал я. Свет просто такой. Свет. А, да, кстати, а как дела со Светой? Никак. Почему? Да почему, Вань? Потому что я здесь в гараже сижу, а она там у себя в кабинете. Ты с ней говорил? Не сложилось. Подарок-то подарил? Дарил. Кнопку? Не, ну ты что? Этот красивый, модный, современный. Ну? Вернула. Ну ты тоже лапать. Ну, Вань, было... ну хватит! Думаешь, я сам не понимаю? А что мне делать? О чем мне с ней говорить? С
Сплясать ей, что ли, чтобы она на меня внимание обратила? А чего нет-то? Спляши, коли хочешь, чтобы... Не умею я. Я тебя научу. Смотри. Ну? Да ну, я не такой пластичный. Ерунда это все. Ну, ну тогда спой. Ведь точно. Это идея. Ну? А что? И женщины музыку любят. Очень. Ваня, так я за гитарой. Живей. Вот для чего нужны настоящие друзья. Пиши песню, да, Петя. Да, да, я за гитарой. Меня беспокоит ваше отношение с Машей. Я не знаю, мне кажется, или что-то происходит? Мне кажется, Маша мне изменяет. Да не может быть. Она называет его Ваня. Ваня? Иванушка не называл? Нет, вроде еще нет. Но... Ваня — это не аргумент. Но они держались за руки и улыбались у ЗАГСа. Я это сам видел. Ой, Ваша. У кого из нас не было своих инструкторов? Что? А? Да я так вспомнила. Ты знаешь, все очень туманно. Я думаю, все-таки нужно проследить за Машей с этим инструктором. Согласен. Смотри, как это у Ваньки получилось, это неуправляемый. Я так понимаю, что самый проблемный вопрос решен? Решен. Ну что, получилось? Получилось. Вот, видите, Вениамин Борисович, у вас очень эффективная методика. Ребят, а вы видели? Угу. Мы видели. А давайте ребятам тоже поможем, а? Вы знаете, у меня кандидатская, мне есть чем заниматься, так что давайте без меня. Вениамин Борисович, подождите, пожалуйста. Ха, ты какая еще методика, а? У нее просто так получилось и все, да? Ага. Один раз. Хорошо, хорошо, я вам помогу, но времени у меня немного. У вас, кстати, до зачета тоже его не вагон, так что придется попотеть и во всем разобраться. Ты, главное, нас в курс дела введи поначалу, а там мы... Все основано на той же теории профессора Плюнга Фарватер-Штрауса. Сейчас. Записывай, Маша. Да, да. Угу. Теория профессора Плюнга Фарватер-Штрауса. Плюнга Фарватер-Штрауса. Предполагает 7 основных... С одной «С». Психотипов. 7. И что? И все. Как? Мы не справимся. Ваня, если ты с Машей, с Марией, разобрался, значит, ты со всеми остальными разберешься. Мои папки, интернет и социальные сети вам пригодятся. Только, Вань, пожалуйста, давай не здесь. В смысле, не в автошколе, потому что на нас все косо смотрят. Прекрасная идея. Прекрасная. Хорошо. Давай, пожалуйста. Для конспирации. Пожалуйста. В общем, вдохновение, и, как говорится, доктор Фрейд, вам в помощь. Спасибо, Веня! Есть, мам. 5-й подтип в системе энергограммы профессора Плюнга Фарватер-Штрауса. Он же наблюдатель, он же ботаник, он же маменькин сынок. В дикой природе встречается все реже из-за катастрофического нежелания альфа-самок к спариванию с подобным недоразумением даже из жалости. Занесен в Красную книгу. На него бесполезно орать, бесполезно пытаться достучаться через любые другие эмоционально взрывные эффекты. Нужно поинтересоваться, что его действительно волнует в жизни. Мне кажется, я знаю, как найти к нему подход. Так, друзья, дорожку, дорожку. Здравствуйте. Здравствуйте. Господи, какая красота, это же из антидехи, да? Совершенно верно. Поливать его нужно очень редко, раз в две недели, так? Раз в две недели. Надо обязательно добавлять минерализированные смеси, да? Смеси. Я уже сказал, водичку. Да, водичку. Я вам потом составлю список, какие именно это смеси, да? Стоим здесь, да? Да. Так вот, у вас есть распылитель? Конечно. Я вам подарю, если у вас нету, да? Если вы согласитесь прийти ко мне в гости, у меня на балконе есть оранжерея, там столько всего. Я с удовольствием, Михаил. Да? А все. Вы сегодня большой молодец. Вы прекрасно выполнили эстакаду. Вот. Да? Да.
Ой, я не заметил, слушайте. Так, Кольцова. Четвертый подтип в системе энеаграммы профессора Плюнга Фарватерштрауса. Единственный шанс достучаться – это заинтересовать ее. Да, но как? Мне кажется, элементарно. Ты должен показать ей, что ты настоящий мачо. Но я же не мачо. Не знаю, но я на какого-то областного депутата прям похож. Здравствуйте, девушки. Иван Сергеевич? Вы неотразимы. А вы ничего, оказывается. А просто в сфере вашей неотразимости любой мужчина обязан преобразиться. Благодарю за комплименты. Умеете вы удивить, однако. Семина. Так. Второй подтип в системе энеаграммы профессора Плюнга Фарватерштрауса. Угу. Весьма распространенный, склонный к полноте вид, прямой родственник рыбы прилипалы. Прилипалам крайне важно нравиться окружающим, устанавливать теплые дружеские отношения с коллективом. Они искренне и имеют доброе сердце, прекрасно готовят и знают все тонкости ведения домашнего хозяйства. Может быть, попробовать ее хвалить? Прям постоянно хвалить. За что сможешь, зато и хвали. Попробую. Ну что, Иван Сергеевич, опять все плохо? Все прекрасно. Вика, ты молодец. Какое счастье иметь такую ученицу, как ты. Да? Да. Глушков. Седьмой подтип в системе энергограммы профессора Плюнга Фарватерштрауса. Энтузиаст. Он же вентилятор. Он же клевый парень. Клевые парни. Они ж потому и клевые, потому что они все время там, где клево. Точно. Мне кажется, ему просто скучно. Нужно что-то такое придумать, чтобы разбудить его интерес. Ну, может быть, какую-то игру своеобразную. Точно. Все, я понял. Получается, что буксируемый автомобиль – это как своя телочка в клубе, так? Больше 50 километров в час с ней по городу ездить нельзя, иначе оштрафуют, так? Зачет, чувак! Класс! А? Чувак, круто! Да, класс! Лосева. Первый и самый тяжелый подтип в системе энеаграммы профессора Плюнга Фарватерштрауса. Иван Сергеевич. Лосева. Ну как же это, а? У человека лево – это лево, а у машины лево – это право. Ну как? Мне так папа сказал. Папа. Ну почему вы у меня такие? Веня! Веня, ты гений. Спасибо тебе огромное. Ты нас так выручил. Мы со всеми справились, только вот... С Лосевой беда. Лосева не поддается вообще. Может быть, к ней тоже гипноз применить? Лосева. Как раз-таки та самая статистическая погрешность. Даже поверхностный анализ позволяет утверждать, что Лосева не внушаема. Ваня, мне кажется, что Веня не может с Лосевой.
вкус. Ясно. Шарлатан. Шарлатан! Веня. Да. Веня! Шарлатан! Шарлатан! Шарлатанище! Шарлатан? Маша, будете мне ассистировать. Веди свою Лосеву. Вы говорили все в рамках приличия. Вот, смотрите, сидят в кафе и держатся за руки. Это в рамках приличия? А вот это? А это? А это? Ну что же, все ясно. Это же, по-моему, далеко заходит. Нужно принимать неотложные меры. И поверь, Стасик, я это так не оставлю. Спасибо вам большое, Ирина Адамовна. Я не знаю, что без вас бы делал. Но я боюсь. Я боюсь, что наша с Машей свадьба может и не состояться из-за этого инструктора. Я не знаю, что делать. Мальчик мой, не бойся. Я в любом случае на твоей стороне. Располагайся. Ну и где здесь моя обещанная кулебяка? А вот у него, вот. Кулебяка? А вы знаете, у меня кулебяки нет, но есть бутерброды с маминым форшмаком. Очень вкусные. Ненавижу огурцы и помидоры. А вы можете убрать в сторонку на тарелочку. Я вам так скажу. Этот индивидуум невнушаемый. Ладно, тебе верю. Она нормальная. Да, Мин Борисович, надо действовать. Бутербродов надолго не хватит. Давайте, доставайте. Я попробую, но ничего не обещаю. Лосева, сосредоточьтесь на моем голосе. А что это вы тут такое делаете? А это очень хорошая штука, с ней вкуснее. Сейчас все станет по-другому. Вы станете совершенно другим человеком. Все изменилось, время изменилось, и правила тоже. Ваш отец этого не знал. В реальности повороты и направления сторон у автомобилей и человека совпадают. Сейчас я щелкну, и вы вернетесь. Где вернетесь? Это вам. Вот, пожалуйста, угощайтесь. Вот, Лосева, Лосева, вот скажи мне, где у человека право? Там. Отлично. А у машины? Там. Все в порядке, Иван Сергеевич. У меня просто замечательный шар. Я собрала вас, господа, для того, чтобы сообщить пренеприятнейшую новость. Я просмотрела результаты финальных экзаменов практических и теоретических ГАИ за последний год. Статистика результатов нашей школы просто ужасает. Каждый пятый курсант отсеивается уже на старте. Это, товарищ, просто недопустимо. Да, Лагодин. Светлана Николаевна, а когда мне форму сошьют? Форму нужно заслужить прилежным поведением. Поэтому предстоящий экзамен по вождению будет проходить с особым пристрастием. То же самое касается внутреннего зачета по ПДД. Есть. Дядь. А теперь по традиции минутка единения. У нас все получится. У нас все получится. У нас обязательно все получится. У нас обязательно все получится. Все, а теперь все свободны. Все, а теперь все. Итак, начинаем тест.
Билеты, как в ГАИ, по 20 вопросов в билете. Можно я его? Работаем без компьютера, по старинке, на листочке бумаги, ручками. Тест у нас предварительный. Троимся в колонну по одному. Быстро! Как в армии! Ничего страшного. Берем билеты. Я люблю тебя, Светлана. Для меня ты как нирвана. Вы чем тут занимаетесь? Ну, у меня небольшой перерыв, и я решил, что... В общем, Петр, заканчивайте свою эту музыкальную паузу и приступайте к своим профессиональным обязанностям. У Михайловича там зажигание барахлит. Зажигание. Ага. Ну да. А этот, Лагодин, где ваш? Ну, он же... А, да, сама найду. Зажигание, желание. Как в машине. Как в машине зажигание, так горит во мне желание. Спасибо, Светлана Николаевна. Как в машине. Не, братцы, это провал. Это все. Вы видели? Нет? Вы видели? 14 ошибок. Это нет, это все. Это... О! У меня 6. Нет, мы не сдадим, пацаны, это труба. Да что ты думаешь, не сдадим? Да сдадим еще целую неделю. А что изменится? Правила поменяют, да? Не-не-не, это труба. Все. Все? Да. Что стоим? Заняться нечем. Так мы и вы. Вы. Чите билетики. Ай. Это не труба, ребята. Дыма-то еще не было. Доставай телефон. Не мешай, давай, доставай телефон. Что ты хочешь, что? Есть идея. Давай, давай, скорее. Какая идея? Давай. Олег Михайлович, Сергей Петрович, а можно вас по личному вопросу, на минутку? По личному вопросу? В свободное от учебы время, ребята. Понятно, понятно. Мы хотим вам видео показать, это коротенькое. А что там, прикольчики? Прикольчики, оборжетесь. Ну, показывай, что там у вас. Это что за кино? Это видео, на котором видно, как вы воруете стройматериалы, которые остались после ремонта автошколы. О, мужики. Залет. А я в кадр не попал. А, он твое оружие крупным планом. Ага. Откуда это у вас? Неважно, откуда это, главное, что... Мы думаем, что Светлане Николаевне не очень понравится ваш новый бизнес со стройматериалами. Да-да-да. Сколько стоят права на этот фильм? Не, ну деньги нам от вас не нужны. Нам от вас надо кое-что другое. Ну, вы же понимаете. Ага. Я не понимаю, что вы от меня хотите. Да это ж вопрос жизни и смерти, а? Помоги! Поставь зачет 3 курсантам, а? Глушкову, Ейсману и Дмитрию. И всего-то, а? Ну, вы что, с ума сошли? Они же ничего не знают. Ну, Леонидович, ну ты же самый лучший инспектор на Земле. Ну, в качестве исключения, а? Чего? Леонидович, а мы тебе невесту найдем, а? Ну? Да ну вас. Леонидович, ну помоги, ну будь человеком. Хорошо. А? Если зачеты за них... Вы сами сдадите. Ну вот, да. Идет. Допускается один неправильный ответ. Давай. Ха, так это вообще легкотня. Угу. Справедливый ты человек, Леонидович. Время пошло. Разговорчики. А кто вообще эти вопросы составлял? Ну что за бред, а? Леонид, ты сам читал-то это? Теперь понимаю, почему тебя женщины не любят. Новицкий. Дал? Нет. 6 ошибок, Валера. Плохие анализы. Петрович. 3 ошибки. Как так? Михалыч, это вообще не обсуждается. Ой. Да я очки дома забыл, и вот. Михалыч, я понимаю. Понимаю. Может, это... Пересдачу? Можно пересдать через 3 дня. Приведете своих курсантов. Они сдадут зачет, и вы сдадите зачет. И все будет хорошо. Ну что, сочинил? Давай, слушай. Сочинил? Вот. Вань, ну я так не могу. Ты отвернись или отойди в сторону. А лучше и то, и другое. Может, мне уши еще закрыть? Глаза закрой. Петь, играй уже, давай. Только не смейся, ладно? Ну, давай, давай, играй. Я люблю тебя, Светлана.
для меня ты как нирвана, как в машине зажигание, так горит во мне желание. Словно жидкость тормозная, льешься ты в меня, родная, и пылаешь, как бензин, света круче всех машин. Иди ты в баню, Ваня. Чего? Я на подтанцовке. Пей! В баню со своей подтанцовкой, понял? Пей! Здравствуйте! Что? Здравствуйте! А вы пришли узнать результаты нашего зачета? Мы пришли инспектировать. Открытый урок, типа. Дорогие друзья, ну что вам сказать? Наши усилия не прошли бесследно. К внутреннему зачету, к Светлане Николаевне, допущены все без исключения! Мужики, уговор есть уговор. Мы с дядькой договорились, он вам зачет поставил. О чем вы договорились? Я всю ночь учил вот это вот все как баран. Так это вам в жизни пригодится? Да. Спасибо, спасибо. Да. Слушайте, ну удалите видео, а? Пожалуйста. Нам же жить. Или сидеть. Да? Ладно. Удаляю. Вот, блин, случайно в сеть отправил. Да а? Что? Да шутит, дядя, шутит. Поздравляю с успешной сдачей зачета! Удачи на дорогах! Молодцы! Спасибо! Так держать! Как в машине зажигание, так горит во мне желание. Твои глазки словно фары, а в руке моей пожары. Словно свечи все искрит, и мотор внутри стучит. Словно жидкость тормозная, льешься ты в меня, родная. И пылаешь, как бензин, света круче всех машин. Это мой подарок тебе к 35-летию. С днем рождения, сестренка. Толик жених. Мужик, во, а то у тебя скоро срок годности выйдет. Давай вместе с тобой начнем жить, вместе просыпаться по утрам. Котенка-то выбросить жалко, а тут муж. Вот если мне его кому-нибудь в хорошие руки пристроить, моя совесть была бы чиста. Ой, извините, я такая растяпа. Нет, бываешь. Меня номинировали на международную премию. Жена еще не в курсе, что сюрприз сделался. Я вам помогу с готовкой, уборкой и посуды на вас. Ира. Кстати, Лида, тебе муж не нужен? Можешь прямо сейчас моего забирать. Что? Я встретила другого мужчину. А что с ним такое? А это для суставов полезно. За клуб профессиональных неудачников. Чуть-чуть, Женя, работай. Если ты сейчас съедешь, то все наши вчерашние усилия пойдут прахом. У меня есть, если честно, шкурный интерес. Благотворительный Толик. Ну вот и не надо больше предлагать мою девушку разным мужчинам. Ты зачем пришла? За своим мужем. Я тебе Сергея не отдам. Ты еще берега попутала? Ай, вау. Потому что это война. Тогда по рукам. Партнер. Партнер.
Спасибо тебе за подарок. Это был самый лучший подарок на мой день рождения. Если не секрет, куда собираемся? Да это я... Да можешь не отвечать, если так понятно. Машенька, послушай. Я тоже когда-то училась в автошколе. Я готова была на все, чтобы только получить эту заветную корочку. Я даже почувствовала, что я влюбилась в инструктора. А потом я поняла, что это был просто... Стокгольмский синдром. Какой синдром? Стокгольмский. Ну, это когда жертва-заложница влюбляется в своего мучителя. Я тебя прекрасно понимаю. Тебе сейчас главное получить права. А Стасик? Стасик примет тебя любую. В любое время. Давай, думай. Маш, привет. Привет. Это мне? Да, это тебе. Спасибо. Слушай, ты извини, пожалуйста, я очень волнуюсь, потому что я вот, пока тебя ждал, хотел тебе сказать кое-что важное. Маш, прости меня, ради бога, за то, что я так долго тебя мучил. Ну, нет же, Вань, подожди, это же я тебя мучила. Ну, мне должно быть неловко, потому что, честно сказать, ты, наверное, так все это время мучился, и тяжело со мной так... Нет, нет, с тобой было очень легко, умоляю, не перебивай меня, а то я сейчас... А то я просто ничего не скажу. В общем, в тот день, когда я тебя увидел, помнишь, в автошколе, на скамейке, ты сидела такая маленькая, заплаканная, очень трогательная. Я увидел тебя и сразу захотел помочь тебе, защищать тебя, быть с тобой рядом. Я сейчас понимаю, что я тебя люблю. Вань, мне ведь тоже показалось, что я люблю тебя. Но сегодня я... Сегодня мне стало казаться, что то, что между нами происходит, это часть твоей методики. Нет! Что ты? Подожди, этот самый стокгольмский синдром. Потому что это не может быть любовь. Ну, это не любовь, понимаешь? Ты инструктор, а я твоя курсантка. И ты знаешь, у меня есть жених. Он очень сильно меня любит, и я его тоже. Да. Прости. Я понимаю. Что, мы идем на премьеру? Извини, я не могу. Вот, подари лучше дедушке. Дедушка в Африке. Неважно. В общем, извини, мне пора домой. Именем госавтоинспекции объявляю вас мужем и женой. Минуточку! Подождите минутку! Вы чё, а? Какая свадьба? Она что, диагональную парковку не сдала? Ага! Куда молоды? Жениться. О-о-о-о-о! Совет для любовь.
Нам наше пальто. Нет проблем. Ну что, детка, хочешь замуж? Очень хочу. Быстрее, мы торопимся. А-а-а. Ты еще не сдала диагональную парковку. Ну вот видишь, я же говорил тебе, что Маша от меня никуда не денется. Хотелось бы узнать, на что ты рассчитывал. Тут девочка из богатой и приличной семьи клюнет на такого, как ты. Хочешь совет? Не мери людей по себе. Ага. Маша! Мне кажется, твой инструктор неправильно объяснил тебе гараж. Мне кажется, что кто-то сейчас вылетит с территории учебной площадки. Посторонний, покиньте площадку. Покиньте площадку. Ну что, я все правильно сделала? Все правильно сделали, Михайлова, молодец. А почему говорите со мной в таком тоне, Иван Сергеевич? Мне казалось, мы с вами давно на «ты». Я говорю с вами нормальным тоном инструктора с курсанткой. А у вас все в порядке? У меня все в порядке. Мне кажется, я вас ничем не обижала. Ничем не обижали. Если вы закончили, то мы с Машей поедем. У нас свадебное агентство. Да, пожалуй. До свидания. Всех благ. Лагодин! Лагодин, я хочу сказать вам, что вы молодец. Мы давно наблюдаем за вами и хотим сказать, что ваши курсанты подготовлены к внутреннему экзамену гораздо лучше остальных. Спасибо, Светлана Николаевна. Слушай, Ваня, а ты у меня личную карточку Михайловой не брал? Зачем мне личная карточка Михайловой? Лагодин! А у вас все хорошо? Да у меня вообще все хорошо! Лучше не бывает. Вот. Вот так выглядит человек, у которого все хорошо. А где карточка-то? Да и вас должна спросить, Раиса Васильевна. Солнышко. Ну, Светочка, ну хватит. Ну, правда. Хватит. Я устала от этих бредней. Когда ты обещал развестись с женой? Ну, давай. Решай, время-то пришло. Ну. Слушай, ну я обещаю, я с ней поговорю. Правда? Ну, конечно, правда. Ты же знаешь, как я сильно люблю тебя. И потом, я хочу быть только с тобой. М? А когда ты с ней поговоришь? Ну, скоро поговорю, обещаю. Ну, сама понимаешь, праздники были, автошкола, бизнес. Ну, потерпи чуть-чуть, я обязательно ей все скажу. Мне надоело. Мне надоели твои пустые обещания. Если я что-то обещаю, я это делаю. Каминчики, костюмчики, вывеска. Я подняла нашу автошколу на новый уровень, а ты? Что ты здесь? Ты даже жене позвонить не можешь, а ей позвоню. Телефон положи, не надо никуда звонить, ясно? Телефон, говорю, положи. Вам не стыдно? Я спрашиваю, вам не стыдно? Как же вам не стыдно? Послушайте вы, как вам не стыдно? Такая женщина любит вас, а вы ее за нос водите. Будь я на вашем месте, не я, не важно, кто-нибудь другой. Главное, чтоб не вы, потому что вы в подметки не годитесь. Вот этот другой бы ее на руках носил, а вы лишь обманываете ее, а она потом здесь плачет, одна в кабинете. Я здесь работаю, и я все вижу. Я вижу, как вы относитесь к самой прекрасной и удивительной женщине на свете. Вам так повезло, цените это. И знаете что? Сделайте так, чтобы она больше не плакала. А иначе я вас предупредил.
Это что было? Четкий сотрудник. Уволишь его немедленно. Уволь его, когда ты разведешься. Прости ты меня за старое. Помоги. Ладно, Леонидыч. Старое забудем. Я тебе подберу самую лучшую кандидатуру. Только уговор. Ухаживать будешь, так как я тебе скажу, по пунктам. Железно, Васильевна. Фу, слушать буду, как мать родную. Так, объект скоро будет? Я все понял. Слушай, ну что ж у тебя так наушник-то, ну? Давай лучше рацию проверим. Давай. Раз, два, второй, я первый. Как слышно, прием. Я второй? А если она спросит, что у меня в ухе, вдруг подумает, что я глухой? Скажешь, что у тебя работа ответственная. Тебе в любой момент могут позвонить оттуда. Так точно, я все понял. Забыла. Совсем забыла. Хризантемки. Хризантемки. Невыпендрежно и красиво. Так, все. Пришла. Давай. Почему тихаем? Второй. Простите меня. Простите, у меня аллергия на хризантем. Это вам. У меня спасибо. О, нет, это же зараза. Куда же вы? Леонидыч, чего она ушла? Ты опять что-то лишнее сказал. Ты же должен был говорить то, что я тебе скажу. У меня аллергия на этих хризантемы. А ну, про хризантемы я не знала. Ну, такая операция провалилась. Цель ушла. Билеты пропали. Ну, почему же пропали? Давай вместе сходим. А? Вместе сходим. Ха. Находчивый ты человек, Раиса Васильевна. Ну? Недоступен. Ну вот, я же говорила, доведем мы его. Это все из-за тебя, Глушков. Слушай, я здесь при чем, а? Это он вот знает больше всех, понимаешь? А я-то что? Это вот из-за... Недоступен. Ты чего расселся? Ну и что недоступен? Мужики, вы чего? Человек два дня на связь не выходит. Кто мне ведомости будет расписываться? Может, он вообще уже не живой? Ой. Ты же! Звонок. Да, мамуля. Валера! Мама. Да кушал я, кушал. Машунь, ну все, поехал. Да, пока, пап. Машунь, ну что ты такая грустная-то, а? Что ты мне не нравишься? Машуля, уезжай мне неспокойно. Что с тобой? Пап, скажи, ты любил маму? Любил. Я думаю, даже я ее где-то и до сих пор люблю. А что? Ну она же ушла от тебя. Выходит, она тебя не любила. Выходит, не любила. Получается, что нет. Но любовь, это же не когда один любит, а когда двое. А когда любит один, а другой только вид делает, то это не любовь, а так, пустое дело. А если двое любят? Если двое, то это счастье. Это хорошо. Мы же, я так понимаю, сейчас не про Стаса говорим?
Не про Стаса, а как ты догадался? Маш, ну что моя кровь. Вот я смотрю на тебя, я уже понял всю вашу ситуацию. Пап, я не знаю совершенно, что мне делать. Ну что делать? Ой, знаешь, что делать? Есть такая штука, придуманная человечеством. Телефон. Если ты его любишь и уверенно его люби, то возьми сама и сделай первый шаг. Позвони. Ну, я подумаю. Подумай. Ну, ты подумай. Пап, а что же тогда Стас? А свадьба? Да, об этом я вот не подумал. Слушай, ну, как говорилось в известном фильме, я подумаю об этом завтра. Вернусь и подумаю. Давай. Ваня, наверное, на работе. Я говорила, надо позвонить. Я хочу, чтобы был сюрприз. Ваня, Ваня, где ты там? Мы привезли тебя там-там. Ваня, Ваня, где ты там? Мы привезли тебя там-там. Ваня, Ваня, где ты там? Мы привезли тебя там-там. Боже мой. Молоток. Николай Степанович, сейчас. Может, это... Не, вот здесь. Нет. Нет. Вот скальпель. Сторону. Давай! В сторону. Ой, мама. Ой, мамочка. Кто там? Здрасте. Это еще что такое? Здрасте. Здрасте. По какому праву, позвольте спросить? Так, Константин Михайлович, дорогой, как хорошо, что вы дома, а? Мы Ваньку потеряли, найти его не можем. Не знаете, где он? Не живой ваш Ванька. Там, лежит. Пушку довели! Иван! Ступайте! Нифига себе. Зефирка. Вы тут уж без меня разбираетесь. Я пойду, меня вызови еще. Чемодан отдайте. Да. Маша. А кто такая Маша? А вам-то что? Уже не важно. Ну, как всегда, опоздали. Ну, пока этого ботаника по городу искал. Угу. Ванька, привет. Че, начинкой отравился? А что это у вас? Сладкий пол? Кучеряво живете? А что стоим, что не едим? Я так понимаю, речь идет о классической депрессии. У кого? А это значит углеводная диета. Ну, куда углеводнее, Вениамин Борисович? Ремня ему хорошего, а не углеводов. Ну, или физические нагрузки. А знаете, что у нас в армии в таких случаях делали, а? А? Ну, пошли, мужики.
Смотри. И дело Михайловой нашлось. Ваня, Ваня, я так его искала. Строил тут целый иконостас. Уснул. Так, значит так, господа, предлагаю, устраняем объект жених, забираем объект любовь и увозим. Так а кто у нас объект любовь? Маша, кто? А! Ну, допустим, а куда увозим-то? Черт, не подумал. Не знаю. Вы что, совсем сдурели? Так а ты что предлагаешь? Надо думать дальше. Нам нужна другая версия. Так это, если Машку воровать нельзя, давайте мы жениха стырим. Значит так, для особо понятливых мы никого воровать не будем. Так а если... Нет. Совершенно согласен с Раисой Васильевной. Никакой уголовщины, баррикад и объявления войны сопредельным государством. Нормальные версии. Без всяких глупостей, типа... членовредительства. Так... Может быть, мы для нее песню сочиним? Ой, серьезно, Ваня мне сам недавно предлагал. И я вот попробовал, у меня даже получилось. Плохо, правда. Нет. Тут нужен театр. Представление, шоу, бомба. Так, господа, командовать парадом буду я. Можно мне тоже чайку с зефирюшкой? Ты что расселся? Там все ждут уже, давай. Ты что так вырядился? Так надо, Ваня, текст учи. Я все узнал и окна с той стороны. А, да, кстати, это самое. Во, надень. Зачем? Чтоб наверняка, Ваня, давай. Ну куда ты на шею, господи? А можешь помочь стянуть? Давай, да, давай. Сейчас. Ага. Черт. О! Хоть меня стукать! Да успокойся ты! Все, пошли. Милая! Взгляни, какой прекрасный свадебный букет. Стас, пожалуйста, мне сейчас не до букета. Видишь, я накрываю на стол. Ирина Адамовна, взгляните, какой свадебный букет. Ну вот видишь, прошла вся эта ее блажь, что я тебе говорила. Эти инструкторы и прочее. Куда она ни делась? Вы даже не представляете, как я вам благодарен за все, что вы для нас делаете. Я даже не знаю, как вас отблагодарить. Видишь, все уже подготовились. Идите к нам. А вот и мы. Откуда это все? Откуда? Твой дед из театра приволок. Будешь петь арию Дон Жуана. Почему Дон Жуана? Он же бабник, а я однолюб. Ой. Они что, реально играть будут? Да нет, конечно, фонограмма. Слушай, а давай я тоже под фонограмму спою. Да? А любить ты тоже под фонограмму будешь? Вперед. Прошу, Ваня. Вот. Дедушка. Давай. Что же мы делаем-то? Я же не Дон Жуан, я же к ней серьезно намерен. Успокойся ты. Отличная серенада, проверенная временем. Музыка все сделает за тебя. Понимаешь, это ж классика, Чайковский, а? Ты, главное, стой красиво и пой. Маша, смотри. Свадебная экибана «Розовый фламинго». Ты же знаешь, я ненавижу экибану. Дамы и господа, сейчас для вас прозвучит ария кабальеро Ивана, который безнадежно, бескорыстно влюблен в Машу. Давай, Ваня. Приготовились. Ага. И... Гаснут дали альпухары, золотистые края. На призывный звон гитары выйди, милая моя. Тем, кто скажет, что другая здесь равняется.
на смертный город лунного света зардел небосклон. О, выйди, Мария, о, выйди, Мария, ко мне на балкон. О, выйди, Мария, о, выйди, Мария, ко мне на балкон. Это же инструктор из автошколы. Наглец. Я спущусь. Нет, это я спущусь. И поломаю им все балалайки. Стас, не смей никуда ходить! Не нужно, не нужно. Нет. Не нужно со всяким сбродом связываться. Я тебя не пущу, Маша. Ты слышишь, я тебя не отпускаю, никуда ты не пойдешь. Пусть тебя не отпускает. Много крови, много песен. За прелестных льется дам. Что вы делаете? Пусти меня! Петрина! Хорошо, тогда я объявляю голодовку. Маша, ну так же нельзя. А красиво поет? Что тут красиво? Воет как кот. Он даже верхнюю ля не тянет. Очень даже тянет. Получше твоего. Выйди, Мария! Выйди! Выйди, Мария! Выйди! Нормально? Нормально? Классно! Что-то не выходит. Ага. Не выходит. Выйдет, Ваня, выйдет. Не выходит. Может, камнем жахнуть, а? Мы же культурные люди. Давай еще раз, Ваня. Ага. Еще раз? Так, будем петь, пока не выйдет. Ага. Ага. Давайте. Приготовились. И... Гаснут дальние альпухары. Золотистые спасибо. Края. О, ребята, да, поют. Красивая мелодия. Чайковский. Вас подождать? Нет, поезжай. Всем, кто скажет, что другая здесь сравняется с тобой. Всех любовью сгорая. Всех! Всех зову на смертный бой. От лунного света зардел небосклон. О, выйди, Мария, о, выйди, Мария, ко мне на балкон. О, выйди, Мария, о, выйди, Мария, ко мне на балкон. А я что-то не поняла. А кто вы такие, чтобы мне указывать? Стас, ты мне еще не муж, а вы, Ирина Адамовна, вообще никто. Ишь, как ты заговорила. Я догоню ее. Маша! Нет! 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 Что с вами? Что с вами, Ирина Адамовна? Побудь со мной, Стасик. Мне что-то нехорошо. А что такое? Да ты так не переживай. Все будет хорошо. Ты не переживай. Боже. Вы понимаете, да? Для меня это свадьба. Вы даже представить себе не можете, что будет, если... Да не будет никаких «если», я тебе обещаю. Все будет хорошо. И не называй меня Ирина Адамовна. А как мне вас называть? Так и называй. О, дочек, а ты чего не выходишь? Там же тебе поют. Да я знаю, что мне поют. Слушай, меня не пускали, они вшили с мертвой хваткой. Стас, твоя Ирина Адамовна. Я с ними разберусь, не волнуйся, Машу. Ну, только дипломатичнее, без скандалов. Я все, Маш, я насчет Ивана. Ты, Машаня, ну ты должна быть уверена абсолютно, что я буду всегда на твоей стороне. Да? Да, конечно. Правда? Конечно. Спасибо, папа. Доченька. Спасибо, бежим скорее. Побежали? Да не выйдь ты на дедушка. Даже папа не помог. Ваня! Ваня, да подожди ты! Давай сейчас выглянем, Ваня! О, выйди, Мария! Где он? Где Ваня? Забежал, не дождался. Куда? Да вон! Давай, 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 догоняй его. Молодец!
Ваня, подожди, постой. Я хотела тебе кое-что сказать. Слушай, ты извини, пожалуйста, я очень волнуюсь, потому что... Нет, не перебивай, я первая. Сейчас. Оставь воротничок, он тебе ужасно идет. Так вот, послушай. Моя дочь. Да. Мой внук. Да, очень приятно. Может, не здесь? Согласен. Пойдем? Пойдем. Ваня, стой! Надо на пешеходный переход. Ой, какой счастливый день. Да, ну ладно, пойду-ка я пообщаюсь со своими родственниками. Мы еще не успели это... Сочувствую. Но я надеюсь, что вы по дороге наверстаете упущенное. По дороге куда? Я бы указал тебе более точный маршрут, но, боюсь, ты и без меня хорошо знаешь направление. Вон отсюда оба! Дорогой, послушай, я тебе все объясню. Да, ты слишком возбужден. Нужно быть мудрее. Мудрее? Мудрее, это правда. Какая ты умная женщина. Мне мои друзья говорили, будь мудрее, но не женись ты на ней. Она уже 3 раза была замужем. 4. Да, 4. Но я ж дурак. Хотел простого семейного счастья, да. Так что быстренько оба уматываем отсюда, пока я тебе... Давай. Хорошо. Значит так. Мне ничего не нужно. Ой! Я уйду отсюда голая. Кстати, помоги. Давай, снимай. Я боюсь, это не произведет на окружающих нужного впечатления. Все-таки ты уже, не 18-летняя у нас девушка. Ах так? Да. Стасик, неси мои вещи в машину. Да. В машину сразу? Куда? Машина? У него есть машина? Да. У тебя что, есть машина? У него есть машина? О-хо! У него, оказывается, машина! Интересно! Мне казалось, что эту машину, которую я дал Стасику попользоваться, пока он был женихом моей дочери. А теперь, Стасик, ключики сюда давайте. Давай, сюда будет. И давайте, вперед. Стасик, пойдем. Давай. Давай.
летим, ни за что не держась. Мы на закат, следом за дождем. Далеко нас уже не удержать. Да хватит пихать, поехали. Стасик, может быть, возьмем еще одну машину? Я возьму на руки. Прошу. Ну что, к тебе? Что вы, это будет не очень удобно. Ко мне приятель приехал. Я знаю один чудеснейший мотель. От Севильи до Гренады в темном сумраке ночей раздаются серенады, раздается звон мечей. Да-да? Леонидыч? А да. Что это? Это вам. Раиса Васильевна, так сказать, подарок. Мне? Да. С какой такой радостью? Раиса Васильевна, скажу прямо, не буду крутить и вертеть. Выходите за меня замуж или как вам угодно. Будьте моей женой. Леонидыч, часом не заболел? Нет. Это у меня градусник имеется. Не надо мерить температуру, и градусник нам не понадобится. Все вычисляется простым житейским способом. За и против. Ну, просвети. Хорошо. Раиса Васильевна, я человек не женатый, так получилось. Ты тоже свободная женщина. Правильно? Это раз. Ну, предположим. Человек я одинокий, повидал многое, дай бог каждому. Да и вы тоже. Не девочка, взрослая уже женщина. Это два. Предположим, дальше. Дальше о внешности. Я мужичонка, так себе, надо признать. Ну и вы тоже, Раиса Васильевна. Не Анджелина Джоли. Ни внешностью, ни фигурой, так сказать, не вышли. Да и мужики и женихи, так сказать, к тебе в колодец не прыгают. Это три. Три, да? Да. Три. Да. Вон отсюда! Раиса Васильевна, я же от чистого сердца! Правильно, правильно я вам сказал. Бессердечная вы женщина, бессердечная! Ты больно сердечный! Ты не Анджелина Джоли! Бессердечная вы женщина! Раиса Васильевна, о, извините. Извините. Да. Вот вы интересная простая женщина. Вы могли бы стать моей женой? Я вашей? Да. Конечно, нет. Рыков, я так от всего этого устала. Я тоже устал. Мне тоже, знаешь, надоело. Встречаться с тобой вот так украдкой. В кабинетах, в коридорах. Угу, надоело. А я, между прочим, работаю, если ты не заметил. В твоей автошколе. Ох, работаю для того, чтобы школа стала приносить прибыль. Ты знаешь, ты большая молодец. Ты делаешь все очень правильно. А дело как раз именно в этой прибыли. Ну, я тебе всего не могу объяснить. А было бы очень здорово, если бы автошкола стала приносить прибыль уже через 3 месяца. Это, ой, как нужно. Я поняла. Я тебе нужна как антикризисный менеджер или ломовая лошадь, которая будет выводить твою автошколу в плюс. Да, ну, да... Да подожди, ну какая ж ты лошадь? Ты у меня кошечка. Престарь, Рыков,
Тебе очень интересно, что я хочу? Свет. А я тебе скажу, чего я хочу. Я хочу тепла, семью, детей. Тебе жена и ребенок, ты должен меня понимать. Да почему здесь сын вообще? Он мне вообще никто. И жена мне никто. Она без меня вообще ничего не стоит. Знаешь что? Как только школа начнет приносить прибыль, я с ней сразу же разведусь, и мы обязательно будем вместе. А разве тебя вообще волнует, верю я тебе или не верю? Послушай, а давай поедем отдохнем. Тут недалеко есть хороший мотель. Выпьем, расслабимся. Завтра служебный день. Экзамен в автошколе. А ты, моя малышка, замоталась, забегалась. Да, завтра действительно сложный день. Экзамен и автошколу нужно в плюс выводить. Как ты сам говорил, срочно. Да. Поэтому никуда я с тобой не поеду. Рыков. Ой, а куда мы едем? К звездам. О, боже мой, как красиво! Красиво. Какой вид. А весь город. Я знала, что тебе понравится. Да, очень. Я живу одна. Мне очень хорошо. Вот реально. Успешный мужчина сейчас – это норма. Но как только стала успешной женщина, неужели она сама? Да ладно, нет, это не может быть. Вывод такой, что без мужика мы никуда и мы не можем справиться. Через 5 минут ко мне в кабинет. Да, Кать, мне нужна и другая точка зрения. Ты хочешь закрыть программу? Иди кое-что покажу. За каждым успешным мужчиной стоит любящая женщина. Бред. Будете вместе вести программу. Все бабы все равно хотят замуж. Вы не согласны? Через сколько выходим в эфир? Наличие мозга не доказывает присутствие в нем ума, тем более у женщин. Слушай, по-моему, нормально стартанули, а? Ты сделал все, чтобы тебя не было в моей передаче. Слушай, она вообще замужем? Хотел бы я посмотреть на этого камикадзе. Займусь перевоплощением стервы в чудесную и покладистую женщину. Она втюрится мне ровно через неделю. Спорим? Феминизм что, запрещает принимать букеты? Ты ко мне яйца подкатываешь? Фу, как грубо и неинтеллигентно. А мы с тобой заключим наше пари. Это я его влюблю в себя и брошу через неделю. Значит так, мне нужно жесткое, напористое мужское начало и дикая, стихийная женская природа. Задачка-то все интереснее и интереснее становится. Нифига себе. У Фрейда есть мысль, почему мы не влюбляемся каждый месяц в кого-то нового. Потому что при расставании нам пришлось бы лишаться частицы собственного сердца. То есть ты веришь в любовь? Да. Я все дам. Где мои деньги? Я все дам. Я скоро женюсь, я все дам. Где? Время поливать цветы. Какой же ты несговорчивый. Как мне узнать твое слабое место? Где мои деньги? Я отдам. Я все отдам.
Что за кислые мины? Мандраж? Что-то я сомневаюсь немножечко. Отставить панику! Ну, если не сдадим, Вань, ну что тогда, а? А почему это вы должны не сдать? Мы что, столько часов зря с вами, что ли, потели? А? Ну вот мало ли, а. Что мало ли? Это всего лишь экзамен. И вы все к нему готовы. Кот Глушков, вот вечно ты всех сбаламутишь. Что ж такое-то? Что Глушков-то постоянно, а? Ну во всем ты и виноват, Глушков. Отставить! Слушай мою команду! Сегодня всем лечь спать пораньше и завтра здесь же без опозданий. Все! Иван Иванович, здравствуйте. Мы вас очень ждали, у нас такая проблема небольшая. Там в 23-м номере что-то... Они не хотят платить. Да ё-моё, не тарахти ты её! Может, вы пройдёмте с нами? Здрасте, здрасте. Может, подойдете вы там сами как-нибудь с ними поговорите? Понимаете, Иван Иванович, из-за таких посетителей мы не можем выйти в плюс. Пойдемте, пойдемте. Вот я сейчас вам его покажу. Посетителя. Я тебя предупреждал? Проснись! Я тебя предупреждал. Вот это вот Иван Иванович, хозяин этого заведения. А вот этот вот платить не хотел. Я тебя предупреждал. Ира! Ирина Адамовна, будь добра! Добрый день. Какие-то проблемы? У нас? Ну, как бы нет. Просто полдень, сударыня. И что? Расчетный час. Ну, разумеется, никаких проблем. Разве ты еще не рассчитался, милый? Разберись. Может быть, ты расплатишься? Я? Да ты с ума сошел. Я же красавица. А у нас красавиц денег не бывает. Но у меня тоже денег нет. У вас какие-то проблемы? Нет, что вы, никаких проблем. Понимаете, у нас нет денег. Но мы не хотим уезжать. Ну, ведь это же можно как-нибудь решить. Да? Ну... Да. Да, конечно. Ура! Все можно решить, имея желание и возможности. А у вас их хоть отбавляй. Да, и правда много. Но ведь существует посудомоечная машина. Ну да, может быть, где-то и существует. Приступайте. Не хотите посетить мой ресторан? С удовольствием. Я как раз жутко проголодалась. Я вам расскажу о своей жизни. Мне было столько такого. Проклятая посуда! Приятель, послушай меня. Если ты здесь вздумал что-нибудь разбить, то за каждую вещь в этой посудомойке тебе придется очень дорого. Очень дорого заплатить. Приятель. Странно, где же это колье? Только что здесь было. А, может, под кроватью? Ирина Адамовна, вы позволите? Иван Иванович, я уже почти готова. А куда мы с вами поедем? Это сюрприз. Но обещаю, вам очень понравится. Обожаю сюрпризы.
Одну минуточку. Цаска. Где взял? Куда? Какая разница, где? Бабушка в наследство оставила. Крутая у тебя бабуля. Была. Жаль, у меня такой бабульки не было. Ну, что за это побрякушку хочешь? Это не побрякушка, это колье. Ну, колье, смоле, какая разница? Ну, в общем... Что надо, спрашиваю? В общем, для меня это очень важно. Ближе к телу, Мопассан. Чего хочешь? Вот. Этот парень, он мне мешает. А что так? У меня долги. Ваня, мы дома! Что это? Дедушка, это ты там? А? А ты еще кого-то ждешь? Ванечка! О, дедушка, ты извини, так все спонтанно просто получилось. А мы с Машей... Здравствуйте, Нина Федоровна. Здравствуйте, Маша. А мы под дождь попали? Да, вот. Очень. Вы нет? Нет. Мы хотели чайку попить, школьные годы вспомнить. Ну да. А дедушка, ты забыл? Что? У вас же сегодня с Ниной Федоровной это... Да, ночное хождение. Ну да. Ну, мы пошли. До свидания. До свидания. Ванька. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо, ты настоящий дед. С роялем поосторожнее. Хорошо. Проходи, проходи, не стесняйся. Я не понимаю, зачем вы меня сюда притащили? Как зачем? Чтобы убедиться. Это обязательно? Ну, порядок у нас такой. Он должен принять работу, опознать тело, так сказать. Какое тело? Ну, какое? Ой, дурак ты, Стас. Ой, дурень. Дурнем жил, дурнем и помрешь. Ты кому меня заказывать вздумал, а? Это ж кореша мои школьные. Знакомься. Это Андрей, учитель рисования. Это Санька. Мы с ним за одной партой сидели. И дядь Коля, трудовик. Пойдем, дорогой, табуретку из тебя будем делать. Куда? Кажись, убился. Честное слово. Ну что? Я же колье давал. Фуфло твое колье. Как и ты, фальшивка. Ищи бабки, Стасик. Поехали, пацаны. Как фальшивка? Да, куда поедем, а? Почему фальшивка? Добрый день. Надеюсь, все готовы к сдаче экзаменов. Слушай, а где Маша? Да я откуда знаю? В чем проблема? Позвони. Да я и звонила, она недоступна. Надеюсь, что... Прошла, значит, майор. Здрасте. Здравствуйте. Thank you.
ждите моего звонка. Красиво. Так вот, куда уходят мои деньги. Какие ваши деньги? Не поняла. А я сейчас объясню. Пять лет назад, когда мы с Ромой познакомились, мне показалось, что он будет мне помогать, станет моей опорой, но, к сожалению, не вышло. Как оказалось, Рыков – банальный альфонс, поэтому, я думаю, Светлана, вы поймете меня. Я устала наблюдать, как он бросает мои деньги на ветер. Да, я понимаю вас, Анастасия, но согласитесь, найти настоящего мужчину в наше время крайне сложно. Да. Как бы это печально ни казалось. Дорогая? Да, дорогой. Настенька, ты здесь зачем? По тебе соскучилась. А, Светлана Николаевна, заехал узнать, как проходят экзамены в моей автошколе. Я закрываю твою автошколу, Рыков. Подожди, что значит ты закрываешь? Заходите. Что за чушь? Нет, стой. Сегодня курсанты должны получить долгожданные документы в ГАИ. И потом ты посмотри, какой ремонт я отгрохал, а? Это все для того, чтобы продвигать наш бизнес. Вы кто? Данная автошкола официально объявлена банкротом и будет продана. Деньги Чего? За обучение курсантам будут выплачены незамедлительно. Выходные пособия, предусмотренные государством, для сотрудников также будут выплачены. Что касается лично вас, господин Рыков, прошу ознакомиться. Что это? Ваша супруга подала официальное заявление на развод в суд Центрального района, о чем я вас официально извещаю, как адвокат, назначенный на это дело. Настя, а как же Гешенька? Это мой сын, Рыков. Забудьте его имя. И вообще, возвращайся туда, где я тебя подобрала. Тебе чего-то не хватало, а? Тебя что-то не устраивало? Девочки, все же было хорошо. А знаете что? Я на вас в суд подам. За рейдерский захват моей автошколы. И ты! Светлана Николаевна, здесь зарплата ваша за 3 месяца вперед. Не держите на меня зла. Можете забирать это счастье, если оно вам нужно. Всего хорошего. И прошу вас, не расстраивайтесь. Всего доброго, Анастасия. И вы на меня зла не держите. Ну что вы? Вы открыли мне глаза. Маша! Маш, мы все проспали! Бежим! Да. Я не понял, а что это такое? Это что, экзамена не будет? Что это такое? Да не будет, похоже, вообще ничего не будет. Как? Что да это? Должен быть, ребят. Так. Так. Сейчас все устроим. Сейчас все узнаем. Я извиняюсь, мужчина. Уважаемые курсанты, расходимся по домам. Экзамена не будет. Подождите, что это? Искренне сожалею, но автошкола закрыта. Подождите, а как же Давайте мы? Как что нам теперь делать? Подождите, вы мне вас? Да при чем здесь деньги? Столько времени в Подождите, мужчина в черном, я ничего не понимаю. Вы самый главный, мужчина в черном. Подождите, вы чем можете мне подсказать? Не успокаивай меня, все. Ну вот и все, приехали. Грустно. Незавершенный гештальт. Светлана Николаевна, я помогу. Осторожно. Позвольте. От меня. Позвольте, я помогу. Боже мой. Не надо, осторожно. Я здесь. Ступенька еще одна. Светлана Николаевна, осторожно. Это все ваши вещи. Я могу. Извините.
столько планов было, и ничего не успела сделать. Да, так жаль, и я тоже ничего не успел. Я же не успел одно важное дело сделать. Светлана Николаевна, я песню для вас сочинил, и хотел... Не имеет сейчас для вашей песни, Федор. Да, у меня гитара здесь, я... Не надо вашей гитары! Постойте, Светлана Николаевна! Петр, я слышала эту вашу песню. Я люблю тебя, Светлана, для меня ты как... Забыла. Нирвана. Нирвана. Вам понравилось? Очень. Я думаю, это будет хитом Евровидения. Подождите! Стойте, пожалуйста! Светлана Николаевна, Света, а вам не кажется, что сама жизнь дает нам возможность узнать друг друга заново? Ответьте мне на один вопрос. Как тогда, вечером, вам с Лагодиным удалось меня... Ой. Обогнать. Это невозможно. Конечно, невозможно. Мы не должны были. Просто я придумал такую штуку. Своего рода преобразователь. И во время гонки мы как... Да... Слушайте, лучше 100 раз увидеть, чем 1 раз... В общем, меня запутали. Пойдемте посмотрим. Согласен. Да, у меня в машине, я покажу. Хорошо, давайте. Вот. 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 Это. Вот. Да. Это, собственно, и есть причина, почему мы у вас выиграли. Тут другая была, правда, кнопка. Я немножко модернизировал, усовершенствовал. В общем, а хотите сами попробовать? Я уверен, вам понравится. Хочу сама попробовать. Я уверена, мне понравится. Ага. Я тогда за руль? Вы за руль. Непривычно чувствовать себя на пассажирском месте. Ничего, привыкнешь. Уже можно? Давай. Я разберусь. Угу. Пойдем отсюда. Вы куда? На экзамен. Экзамен закончился. Все закончилось. Как же закончился? Мы опоздали всего на 2 часа. Должна быть еще площадка и город. Автошкола «Крутой вираж» закрыта. Вон, продается. В смысле? В прямом. Вот, Михайлова, твои деньги за обучение и твое Лагодин. Выходное пособие. Держите. Все. Не густо. Ой, Юра. Да? А может, сменим трассу, а? Пусто что-то. Да, Толя. Все пусто. Все пусто. А это что за Шумахер, а? Ты смотри, что делать! Ты смотри, что делать! Ну, дает! Ах ты! Юра! Толя, какая разница? Одной больше, одной меньше. Юра, я не понимаю, что случилось? Ну, что произошло? Что ты такой расстроенный? Ну, за этой автошколы? Ну, закрылась. Ну и что? Ну, чего? Ну, что произошло? Ну, не в этом дело. А в чем? В чем дело? Смеяться будешь. Я? Чего я должен смеяться?
Юрка, мы с тобой друзья. Сколько раз в бане были? Давай, рассказывай, что? Жену я там искал. Где? В автошколе. В автошколе жену? В автошколе жену. Юра, Юра, ну ты... Ну ладно, извини, ну... Почему ты нам со Светкой сразу об этом не сказал? Ну? Что ну? Так, Юра, на, держи, иди, потихонечку. Работай, развейся. А я сейчас Светке позвоню, ты понимаешь, она в этих делах-то... У нее такая подруга есть, красавица, царевна просто. Царевна, а не подруга. Где же ты был раньше, Петя? Обалдеть! О, молодежь, привет! Сейчас я доиграю и будем ужинать. Хорошо быть холостым. Захотел киселя, выпил. Захотел играть, играешь. Все, никогда больше я не женюсь. Не наступлю на эти грабли. Маша, ты что такая грустная-то? Случилось что-то? Случилось страшное, Константин Сергеевич. Нашу автошколу закрыли. Да. Я полгода ходила-ходила. Ходила-ходила. Думала, права получу. И все напрасно. А я преподавал. И снова оказался на улице. А все потому, что наш хозяин Рыков оказался вовсе не хозяином, а настоящая владельца. Его жена Рыкова. И теперь автошкола продается. А я-то думал, это горе-горе, а это так. Обычные финансовые неурядицы. Значит так, держи, Ваня, давай, доигрывай. Только смотри, не погибни. Я вижу на 23-м уровне, давай. А я пока попробую что-нибудь придумать. Ой. Сейчас. Новшество этого устройства в том, что здесь применена система гидропневмоавтоматики. Вы что не трогаете? Привет. Опоздал. А что при параде? Со службы. А почему здесь-то? А что, вас в цирк везти надо? Здесь тихо и темно. Что? Цветы. Я же цветы в машине забыла. Да кури! Вы идите, я сейчас. Давай. Ой, Толя, чувствую, что-то не так. Отставить что-то не то, только то. Да и поздно, брат, мы уже на минном поле. Назад только хуже. Юра, только вперед. Вперед. Давай. Все. Здравствуйте. Здравия желаю, Раиса Васильевна. Здравия желаю, Юрий Леонидович. Я не понял, вы что, знакомы? И неоднократно. Здравствуйте. Цветочки. Что же, у него аллергия на цветы? Раиса Васильевна! Что? Вы тут? Это судьба. Раиса Васильевна, это судьба. Ну, где эта бизнес-леди, а? Должна уже быть. А вот и она. Боже. Какая женщина. Добрый день. Добрый день. Простите, можно я сам? Не ожидала, что на деловой встрече я увижу такого галантного мужчину. Константин Сергеевич, к вашим услугам. Анастасия Владимировна, мне тоже очень приятно. Мне тоже приятно, даже более чем. Анастасия, возвращенная к жизни. Греки знали толк в именах. Вы очень интересный мужчина, Константин. В переводе с того же греческого, постоянный, прошу заметить,
Ну, в таком случае давайте перейдем к делу. А может, мы лучше потанцуем? А как же автошкола? А я ее все равно куплю, божественная Анастасия. А вы мне ее все равно продадите. Ну что ж, пускай наши помощники пока займутся бумажными делами, а мы с вами потом все подпишем. Макси, готов? Давно готов. Работаем. Угу. Известная автошкола «Крутой вираж» сменила хозяев. И сегодня у нас есть прекрасная возможность пообщаться с новыми владельцами. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, пару слов для наших телезрителей. Конечно. Автошкола «Крутой вираж» сменила владельца. И в скором времени сменит название. Мы также постараемся вернуть весь бывший штат. Как вы можете заметить, некоторые сотрудники из старой команды уже с нами. Прекрасно. Я вас поздравляю, желаю успехов. Но как все-таки будет называться ваша новая автошкола, если это не секрет, Мария Константиновна? Нет, это не секрет. Автошкола для безнадежных. Приходите, мы научим водить любого. Но это мы еще посмотрим. Ну-ну, не у себя дома, полегче давай, а то живо на улице окажешься. Извини, я это случайно. Вот ключ. Будешь уходить, под коврик положишь, понял? Спасибо тебе. Спасибо тебе большое. Чуть побыстрее, котик. Да. Михалыч, привет. Привет. Мы открываемся. Да нет, Вань. Извини, брат, но без меня. Я вообще скоро женюсь. Женишься? Ага. А, ну ладно, ладно. Ага. Ну, позвоню Петровичу. Конечно, позвони. Алло? Петрович, здорово! Да, Иван, здравствуй! Петрович, мы открываемся, ты приедешь? Нет. Нет-нет, я сейчас в авиации работаю. Плохо слышу! Ты с нами? Да ты что, сбрендил? Чтоб я авиацию бросил? Никогда, Ванюш! Такси! Такси! До города! Нет, спасибо, у нас свое. Ну вот так. Барышни, подвезу, дешевле, чем остальных. Такси! Недорого до города! Да, Ванька, привет! Здорово, как дела? Ну, дела нормально. Серьезно? Да я вообще это как сыр в масле катаюсь. А? А у тебя как? Валерик, а мы открываемся. Ну, ты ж с нами. Не, вы уж там как-нибудь без меня. Ванька, прости. Очень много работы. Пока. 3 года. 3 долгих, бесконечных года. И что в сухом остатке? Моя кандидатская не закончена. Автошколу закрыли, а там столько материала. Понимаю. Понимаю вас, коллега. Хотите поговорить об этом? Здравствуйте. Вы дозвонились. Если вы хотите поговорить об этом,
что, завтра приходят ребята? Машина у нас есть, класс есть, курсанты есть. А самого главного инструкторов нету. Да. Получается, мы не успеваем к назначенному сроку в ГАИ. Машунь, ты давай, не переживай, правда. А если мы не успеваем, придется начать всю подготовку заново? Какой же из меня директор? Машенька, ты не переживай. Вот когда я была директором овощебазы, я... О, полюбуйтесь. Руководство меняется, привычки остаются прежними. Опять склад не закрыли. Ну, помочь? Не надо. Держи, закрывай, Машенька. Привыкай. Глаз да глаз. Держи. Угу. Держи. Так. И закрываем. Оп, подожди. Оп. Спасибо. Все. Все. Ну ладно. До завтра. До завтра. Счастливо. Прелесть моя. Так вот, когда я была директором. Нет, 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 нет. Что, Стась? Закрыли? Нет! 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 Кто ты? Я твоя совесть. Нет у меня никакой совести! Есть. Я твоя совесть. Вот ты где! Нет, Стасик. Я есть. И я твоя совесть. Нет, 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 нет. Да. Нет! 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 О, Боже, а что с вами? А, ерунда. Муж ревнивый попался. А мне объяснили, что цены надо держать. А я просто много ел. А я не буду отвечать на ваши вопросы. Это врачебная тайна. Не надо отвечать. Как же мы рады вас видеть! Да! А, классный инструктор и отличный механик в вашей школе случайно не нужны? Конечно, нужны! Все. Курсанты атакуют. У нас не готово ничего! В гараж! Ключ у меня! Меня! Что-то заело! Да ты стукни вот так вот! Я, конечно, извиняюсь, но так экзамен у нас будет, в конце концов. Ну, или как в прошлый раз. Будет или... Нет, экзамен, конечно же, будет. Я вас с этим поздравляю. Извините, муж, забыла, что теперь вы директор. Да, все будет хорошо. Давай! Лена Михайловна, ты кто? Кто это? О, Боже, кто это? Мария, я беден, но у меня есть совесть. Кто-кто это? Вот это, неважно.
Имущество-то отдай! Мне кажется, с ним что-то не то. Да, это мой клиент. Мамочка. Галушка, друзья, давайте не будем отвлекаться. У нас впереди много ответственной работы и экзамен. Правильно. Разбирай инвентарь! Да, да, да. Дорогая, ну верни меня обратно. Работай, Рыков, не отвлекайся. Папа, мой быстрее. Я в музыкальную школу опаздываю. Это больше не твой папа. Оп! Хорош! Ну вот, автошкола для безнадежных. Красота! Ой, смотри, ой! Со мной это больше не работает. Кстати, старая вывеска была лучше. Ну, это как кому? Ну, не хуже, во всяком случае. Сменила метлу на лопату. Сублимация либидо в землю. Ну вот, готово. Но имейте в виду, деньги за обучение не возвращаются. Ой, что это я? Это я по инерции, простите. Добро пожаловать в автошколу для безнадежных. Дорогой, да что-то я все-таки волнуюсь. Дорогая. Не волнуйтесь, у вас будет самый лучший автоинструктор нашей школы, Иван Лагодин. До свидания. До свидания. Всего доброго. До свидания. Следующий. Чего вы вдвоем-то? Так я это, брата привел. А, ну заходите. Ну... Клумба, считай, готова. Осталось прудик организовать. Все, как я хотел. Все, как ты хотел? Ага. Прудик. Чего? Да ничего. Свет, да я просто. А я тоже. Здрасте, здрасте. Наша автошкола приветствует вас. Да вот, новую курсантку вам привел. Надоело под старый след пешком ходить. Так, и вот наши инструкторы. А, старые знакомые. Здрасте. Привет, ботаники. Да расслабьтесь. Пойдем, папа. Пойдем. И чтобы учили как мать свою. Да, моя принцесса. Нет, ребят, все только начинается. Планета крутится, человек крутится. Если ты очень чего-то хочешь, то все получится. Планета вертится, зеленым светится. Если тебя ищет то, что ты ищешь, оно тебе встретится. У Кобейна была гитара, у Эйнштейна динамо-машина. Было имя у Че Гевары, у Бетховена тишина. Был у Элвиса кабриолет, а у Виктора Цоя звезда. У Пушкина был ненадежный пистолет, а у меня есть мечта. Планета крутится, hey! Человек крутится, hey! Если ты очень чего-то хочешь, то все получится. Планета вертится, зеленым светится. Если тебя ищет то, что ты ищешь, оно тебе встретится.
мечта, а у меня мечта. Знаю, получится, сбудется точно. А у меня мечта, а у меня мечта, а у меня мечта. Знаю, получится, сбудется, да-да-да.